О профилактике и причине болезней второй год в женском владычном монастыре проводятся лекции о здоровье. С прихожанами встречаются врачи разных специализаций. На этот раз говорили о вирусных заболеваниях и необходимости вакцинации. Встречи прихожан женского владычного монастыря с врачами стали уже традицией. В приватной беседе можно узнать много полезного о своем организме и задать личные вопросы по состоянию здоровья. Дают очень много. У врача на приеме не всегда все спросишь. А здесь как бы врач приходит, с нами беседует. Такая частная беседа, очень интересные лекции. Можно что-то свое поинтересоваться там. Ну, мне это нравится. Мне лично интересно о том, как справиться с давлением, почему оно возникает, о том, как и почему начинает у нас страдать сердце, и что нужно делать, как питаться даже нужно для того, чтобы сердце не болело, почему у нас болит голова, что надо делать для того, или как питаться тоже для того, чтобы голова не болела. Лекции проводят специалисты разных профилей. Врач-инфекционист Елена Купцова рассказала о видах инфекции, их развитии, течении вирусных заболеваний, вакцинации, методах лечения и причинах возникновения болезней с православной точки зрения. Наши болезни иногда происходят не потому, что просто вирусы летают, а именно потому, что душа наша бывает греховна. И от наших, как говорится, удовольствий и развлечений, когда мы хотим много посещать разных мест, дабы впечатлить свое тело, вот, и душу насытить физической составляющей, то страдает наша душа от заболеваний. Полученные знания можно применять для профилактики заболеваний без ущерба для здоровья. Встречи с врачами в обители проводятся по выходным дням. Расписание лекции размещено на официальном сайте женского владычного монастыря.